саженцы хмеля обыкновеннего ауреус, хамалас лопалас ариус, помогут красиво оформить и замаскировать хозяйственные строения, беседки, арки. Вьющийся многолетник обильно усеян золотисто-зелеными листьями, внешне похожими на виноградные. Декоративности добавят и плоды хмеля, которые также используют в фитотерапии, кулинарии, при изготовлении пива. Хмель хорошо вьется по любой опоре, причем всегда по часовой стрелке. За год растение достигает высоты от 4 до 6 метров. При посадке следует оставлять интервал между саженцами не менее 1 метра. Растение предпочитает солнечные участки и увлажненную почву. Хмель обыкновенный ауреус – это многолетнее растение. Хмель прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.